Давайте мы будем открывать робота Поли Робокара. Сегодня будем открывать робота Поли Робокара. Давай, открывай. Научился. Ты крутой. А, что у нас сегодня? Баск. Да, баски. Баски. Вот такой вот клевый робот у нас сегодня. Так, сейчас у нас должен в кого превратиться? Машинку. А, обещаю, у нас превратится, чтобы он, что он превратится в машинку. Ну, да. Его колесики очень железные. А, очень сильные колесики. Давай. Дай покажу. Дай покажу. Вот такой вот робот Поли Робокара. Смотри, что у него есть крючок. Крючок у него есть? Бегает. Вот такой вот. А-а-а! Упал. Вот я правильно делаю. Так, сначала ручки, да? Или голову сначала поверну? А, ты сделал ручки спрятал. Голову поверни. Голову повернуть надо. Робот, да. Поворачивай, разворачивай. Чтобы колесики на одном уровне были. Собираем, как всегда, сзади ножки. Пазы вставляем. И крючок поворачиваем, да? Чуть-чуть выравниваем машинку, чтобы ровненькие были колесики. И вот такая у нас получилась машинка. Чтобы она была более устойчивая, ее нужно вот так вот чуть-чуть приподнять, вот сюда вот так. Вот, и поставить. Все, крючок не надо, крючок должен быть вот так вот сверху машинки. И получается у нас вот такая вот прикольненькая машинка. Когда крючок поднимают, то она потихоньку начинает разбираться, видишь? Превращается в робота, да? Голову, да, назад ему. И вот такой вот робот Поли Робокара у нас получился. Это ты мне его даришь? Спасибо, Дим. Это мой. Если это мой. Он не летит, он бегает, когда кто-то попал на самую страшную аварию. Он помощник. Он всем помогает, он всех спасает. Да. А, вот оно, вот он такой я красивый. Это мой будет. Ставьте, подписывайтесь на наш канал, делитесь. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.